Всем добрый день, с вами я, Александр Демидович. Сегодня я вам хочу показать и рассказать, как мы идем в Европу. Значит, часть улицы Гоголя была загорожена, заблокирована, точнее, знаками, да, фишечками, два знака стояло. То есть была начата попытка произвести ремонт дороги. Но вот этот знак и вот это ограждение, обозначающее, что не стоит туда ехать, для всех было игнорировано, ну не для всех, для некоторых было игнорировано. Наверное, это те, кто действительно еще не знает, в Европу ли они идут. Ну вот посмотрите. Но в результате дорожники заблокировали дорогу в этом месте водовозкой, то есть крупная машина была поставлена поперек дороги для того, чтобы никто не смог проезжать. Будет ли качественно полностью вся улица сделана под большим вопросом, потому что мы видим, что по обочинам слева и справа стоят другие припаркованные автомобили. Говорить о том, что «а где мне парковать машину?», знаете, ну не стоит так поднимать вопрос. Я знаю, что в некоторых европейских городах центр города полностью заблокирован для проезда. И ничего страшного, люди каким-то образом принимают решение, находят возможность выйти из создавшейся ситуации. Тем более, что у нас достаточно толерантно все относятся и полиции, и городские власти. Ну, хотя бы денек-два можно потерпеть, где-то в другом месте найти припарковаться. Но, к сожалению, вот так мы идем в Европу. Всем удачи, здоровья!